Друзья, всем привет и добро пожаловать на Journey Channel. Сегодня необычный выпуск. Этот выпуск будет посвящен стадион-туру по стадиону Олимпийский. Мы все еще в Киеве, добрались на национальный спортивный комплекс Олимпийский и будем узнавать этот стадион изнутри. Погнали! Стадион-тур начинается с небольшой комнаты, пропитанной историей. Тут и кубки киевского «Динамо», футболки легенд прошлого, в том числе обладателя золотого мяча Андрея Шевченко. Отдельный стенд посвящен финалу Лиги Чемпионов 2018 года между мадридским Реалом и Ливерпулем. Только жаль, без чучела Кариуса. После всех ведут в раздевалку, где можно увидеть, как футболисты получают установку на матч, чистят бутсы, делают массаж или принимают ледяную ванну. Да, криокамер тут нет, все-таки это не база Краснодара. Ну и затем самая важная часть – выход из-под трибунного помещения на поле. Друзья, еще вчера из этого самого подтрибунного помещения выходили две команды на матч Лиги Чемпионов. Динамо Киев и Брюгге. И, к сожалению, для киевских болельщиков, Динамо сыграл 3-3, не прошел дальше, проиграл в Брюгге 1-0 и по сумме двух встреч не попал в групповой раунд Лиги Чемпионов. Но я здесь не для того, чтобы обозревать этот матч, я его даже не смотрел. Я мало слежу за украинским футболом. Я здесь для того, чтобы обозревать стадион. Стадион, на котором я был, сколько, лет 5, наверное, назад, последний раз, это было зимой. И он меня очень сильно впечатлил. Нереально крутой перформанс здесь происходил в тот день. Мы уже побывали во всех трибунных помещениях и вышли внутрь стадиона. И сейчас будем обозревать его. Сравнивать этот стадион с Camp Nou или Волгоград Ареной бессмысленно. Там в разы лучше абсолютно все. Но вот Сан-Сиро по сравнению с Олимпийским просто будка для собаки. После реконструкции в 2011 году Олимпийский стал вмещать больше 70 тысяч человек, а из-за необычной покраски сидений даже пустой стадион всегда будет выглядеть как заполненный. В плане организации тура и полной свободы передвижения, эта экскурсия лучшая среди всех стадионов, на которых я был. Ну что ж, друзья, мы вышли со стадион-тура и, как планировали ранее, пришли в музей комнату трофеев, чтобы посмотреть на кубки, медали, грамоты и так далее. Но, как нам везде и всегда везет, эта комната закрыта на реконструкцию, я не знаю, что там можно делать, может быть, там красят стены. В прошлый раз, когда я там был, я не заметил, что что-то с ней было не так. Но сейчас она не функционирует. Если вы приедете сюда, когда она будет открыта, а открыть ее планируют где-то через месяц, полтора, может быть, два, имейте в виду, что вход в нее через фан-шоп, через фанатский магазин.
Мы заканчиваем этот выпуск, который получился очень-очень красочным. Это потрясающая зеленая насыщенного цвета трава. Не может никого, лично меня, по крайней мере, оставить равнодушным. Ставьте лайки этому выпуску, подписывайтесь на канал, если вы еще не путешествуете с нами. Пишите в комментариях, какие эмоции у вас были, когда вы впервые посетили стадион. Увидимся с вами очень-очень скоро. До скорых встреч. Пока-пока.